23 декабря из СМИ стало известно о возможном решении Минприроды России о замене руководителя дирекции заповедников «Заповедное Приамурье» Владимира Андронова на Андрея Долина. Тогда же была сформирована петиция от коллектива заповедника, который якобы был против нового назначения, ссылаясь на репутацию предполагаемого руководителя Андрея Долина, якобы известного попыткой продажи в 2019 году популярного тигра Амура. Находимся в засаде, не случайно, ведь герой нашего выпуска Андрей Долин, который является его основателем. Андрей Владимирович, вокруг вашей личности сейчас сконцентрировано много негативной информации. Она связана с якобы вашим новым назначением, возможно. Скажите, пожалуйста, правда ли то, что пишут СМИ о тиграх и всем остальном? Расскажите, пожалуйста. Я вам скажу, что если кто-то думает, что это такое счастье привалило, они ошибаются, потому что я прекрасно понимаю, даю себе отчет, что это огромная ответственность, да. Огромный труд. И задачи, которые нам поставлены с коллективом, который будет со мной работать, они действительно реальны такие, не только регионального, но и всероссийского уровня. Мне непонятно какие-то действия руководства, прежде всего по отношению с теми же сотрудниками. Ну, представьте разницу. Те, кто на переднем ряду в битвах и с пожарами, и сейчас он такую лютые морозы, инспекторы получают 18-24 в месяц, а руководители получают 250, да? С учетом тех возможностей и уставной деятельности, которые есть в заповедном Приамурье, это просто поле непаханное. Можно спокойно заниматься внебюджетной деятельностью. А вот насчет тигра, скажите, пожалуйста, правда это или нет? Были все мыслимые и немыслимые проверки. Никаких административных правонарушений, никаких наказаний, никаких уголовных и коррупционных составляющих выявлено не было. Точка. То есть мы действовали в рамках правового поля. А насчет Кабарги? Обратились к господину Андронову, к директору заповедного Приамурья. И нашли место недалеко от Хабаровска. Кабарга – это копытное, которое не может где-то на сельхозземлях или на водно-болотных угодьях, в камышах жить. Специально да? Должна быть территория, специальный лесостой, то есть определенные условия. И тогда было предложение – давайте совместно заниматься. И если у нас это получится, то тогда мы вид, сохраним вид, будем сохранять, слава богу, тем более у нас он этот вид охотничий. У нас есть возможность добывать и знание добывать кабаргу, не умерщвляя, то есть, ну, грубо говоря, доить. Угу. И животное остается живым и здоровым. А плюс мы еще сможем Хабаровский край завести по возможности достаточно большие федеральные деньги. Кстати, ну, на тот момент нам Владимир Андреевич отказался. Владимир Андреевич почему-то отказался, хотя в его уставную деятельность он просто обязан и имеет право этим заниматься. У него в уставе, да, у него даже написано там разведение в полновольных условиях или дичеразведение. То есть он сам боком велел этим делом заниматься, тем более устав у него согласован с Министерством природных ресурсов. Ну вот как-то вот так это получилось. А расскажите, как он отреагировал, когда узнал о вашем возможном назначении? Конечно, я с ним встречался. Скажу сразу, что и первая статья, и он не отказывается. Он сказал, что информация пошла от него. Он с этим. Он вам лично это сказал? Он мне лично это сказал. Но единственное, на что он ссылается, говорит, что журналисткам он передал эту информацию. Это ДВХАП, насколько я понимаю. Она с ним не согласовала материал и без его разрешения выпустила в эфир. А что касается вот этой петиции, якобы подготовленной сотрудниками, я давным-давно живу в Хабаровске, многих сотрудников знаю, с ними общаюсь, и после петиции, ну, вы каждый может посмотреть, не глупый человек, и видит, что и стилистика. И, в общем, одной рукой все написано. Что в петиции, что вот в этих кляузах. Первое. Ну, во-первых, действительно утверждать какие-то ценности, суждения, что мы, что я повлиял на назначение, это не соответствует действительности. Это порочащее не только меня, но и тех руководителей, которые принимают решение о назначении. Пытаются усмотреть какие-то там неформальные взаимоотношения. Поэтому бросает тень на, прежде всего, министра федерального уровня. Второе, то, что там, ну, во-первых, неправда, что член общественной палаты. Я был ранее, да, но сегодня я не являюсь членом общественной палаты. ООО «Природное наследие Дальнего Востока», где указано, что через него Долин пытался передать тигров, тигра Амура.
Но компания появилась, зарегистрирована позже 2019 года, то есть уже несоответствие. То есть получается, все моменты, которые будут здесь касаемо меня, они все не соответствуют действительности, порочащие. И максимально, ну, я думаю, что создать эффект негатива, и чтобы, ну, замарать доль, например, всего. Конечно, и, скажем так, и меня, скажем так, зацепили в той или иной степени. Распоряжение редакционной группы появилась весьма интересная аудиозапись, которую любезно предоставил один из сотрудников дирекции заповедников. Благодаря поступившей распоряжению редакции информации удалось установить, что руководство дирекции заповедников, получая заработную плату около 250 000 рублей в месяц, своим инспекторам, непосредственно выполняющим основные функции и задачи в тяжелых климатических условиях на территории заповедников, выплачивают всего от 18 до 24 тысяч рублей в месяц. Кому же давало бы это все весь разворошить? Там просто себе бабки гребли, а мужикам как бы не сильно-то и жалко. Там это экономист или кто там ее называет. А на ее работе никогда не было. Она получает 200 тысяч рублей, нахуй. Когда простой инспектор получает 18, который бегает в лесу, в холоде, и вообще просто где. Как это рассматривается? Инспектора просто все в жопу. Не обуть, не одеть, не пожрать. Это суточные 100 рублей, нахуй. Чем все накормить, чем нахуй? После разговора с Андреем Долиным у нашей редакционной группы возникло еще больше вопросов. В частности, почему у действующего руководства заповедного Преамурья такая странная реакция на решение Министерства природы? Откуда такое ярое желание остаться на месте, которое сопровождается нападками на Андрея Долина? И связано ли это желание с желанием вскрыть так называемый скелет в шкафу? Будем разбираться.